Югра готова к проведению больших выборов. Об этом в ходе рабочей поездки в Белоярский район рассказала губернатор Югры Наталья Комарова. Основной акцент сделан на соблюдении избирательных прав, обеспечении безопасности хода голосования и его легитимности. В единый день голосования в Югре пройдут выборы нескольких уровней – в Госдуму РФ, Тюменскую областную думу, окружную думу и местные думы. По словам Натальи Комаровой, в регионе приняты все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и прозрачности процедуры. Голосования. Одновременно работаем в нескольких направлениях. Это и общая безопасность, пожарная безопасность, антитеррористическая. Ну и вот добавилось еще одно обстоятельство, которое нагружает эти процессы, связанные с санитарно-эпидемиологической безопасности, да? Противоковидные мероприятия мы должны проводить.